Где я анимирую чикенган гнали. Начнем сегодня с самого первого предмета. Ну, не предмета. Нажми на эту вкладку. У тебя открылась вкладка оружия. Хочешь выбить какую-то из них? Ну и какую? Сейчас задумался. Хочешь взять базуку? Ну давай. Причем как я взял базуку и ты, я предлагаю тебе сделать это. Ну что, возьмем базуку в руки. И стреляй. Убиваем пушку. И молоток, потому что молоток, да. Все, ладуйся. Погнали. Теперь я научу тебя бывать предметы. Да-да, предметы. Нажми на эту вкладку. Тянулся. Ну, когда погнали свои предметы. Ну что, мы с тобой заспавнили бочку. И с ней что будем делать, а? Возьми хватание предметов. Ты любишь Гаррис мод? Ну ладно. Чтобы схватить предмет, нажми на эту кнопку. Ты можешь схватить предметы? Ну что, наигрался? Ну что, точно наигрался? Нет? Ну понятно. Ну что, а теперь выйдем в меню? Что ты делаешь? А, ну понятно. Ты значит умер. Значит, давай зайдем в другие зимы и вообще куда-то в другое место. Окей, ну почему ты стал коричневым? Что, бочка была настолько сильной, что ты загрязнився? Пойдем в меню, купим тебе новый костюмчик. Вот мы и вышли. Нажми на магазин. Давай нажмем в костюмы. Будем называть костюмы? Да погнали. О, смотри, у тебя есть костюм фиолетовый. Нажми на него. Оно стоит 200 монет. Поэтому, если у меня 282 монеты, мы можем купить тебе этот скин. Ну что, надеваем? Вот только бочки нам наставнить поменьше, да? Понятно. Погнали. И вот другие зимы. Погнали в гонки. Ну вот мы в гонках. Какую машину ты хочешь выбрать? У тебя за ней купленный. Те машины, которые куплены, можно использовать. А те, которые у тебя не куплены, не используются. Ты взял вот эту тачку золотую. Хорошо, погнали. А, я вижу, с тобой у тебя стоит еще два человека. Начинаем гонки. О нет, к тебе подсоединись еще одни игроки. Ну не бойся, это не того, что ты проигрываешь. У тебя еще есть шанс что-то догнать кого-то. Не надо беспокоиться. Едь просто на четвертом месте. Потом мы уже проиграем гонки по-честному. И возьмешь быструю точку. И будешь на втором месте. Случайно въедусь, почему ты так плохо будешь? Тебя погнал кто-то бунт. Бунты нам не нужны, обновление выходило полдня назад бунт. Отлично, ты уже на шестом месте. А, уже на четвертом. Ну тут с этим игроком не остались как-то. Не остались, если ты
пошли. Все равно еще будет 2 года, потом ты тоже будешь. И да, я бы прав, ты был не последний, получив 40 монет. Ну, теперь этот мы точно сможем обогнать всех. Потому что недавно я покупал бэк мои, и мы с тобой хорошо справимся на этом бэк мои. Тут засосался брат. Помнишь, у него брата сами? Написано слово. Афа. Афа. Все постоянно читают. А мы вдвоем с тобой на бэк-могиле. Слушай, никто не брал. Я не знал, что эти тачки быстрые. На самом деле, ты можешь быть обогнать из этого. И да. Сам Бэк Маги был самый быстрый. Нельзя его покупал. Сался завис. Мне кажется, так быстро прокачался, потому что ты на первом месте. Ты не поезжай с третьей игры. Тебе оставься последнюю игру. Вот эти лосаты, да? О нет, ты врезал все. Ну ничего страшного, он тебя не догонит. И как всегда ты на первом месте. Ну что, закончим наш ролик. Ну я думаю, это заканчивается ролик. Всем пока.